поправки Конституции. Почему это важно? Научно-технический прогресс – важнейший фактор экономического развития государства. Россия всегда славилась талантливыми изобретателями и учеными. Последнее десятилетие наша молодежь уверенно лидирует в IT-технологиях. Недаром словосочетание «русские хакеры» во всем мире произносится оттенком зависти и уважения. Сегодня мы готовы совершить скачок в будущее, обеспечив достойное лидерство в самых перспективных отраслях. Для этого государственная поддержка развития научного прогресса должна быть гарантирована на уровне Конституции. Камчатка за Конституцию.